Приветствую вас на нашем канале. Сегодня поговорим о таком замечательном растении, как топинамбур. Это, пожалуй, единственное растение, которое дает высокий урожай почти без затрат. Тот, у кого есть дача и кто сажал хоть раз топинамбур, знает об этом. Не требует почти никакого ухода. Идеальное растение. А под таким неказистым видом скрывается настоящий клад. Он родной брат подсолнечника, поэтому имеет привкус подсолнечника. Клубни топинамбура похожи на имбирь. Его еще называют земляной грушей. Он очень неприхотлив и при этом полезен. Топинамбур содержит большое количество витаминов группы В, кальций, цинк, витамин С, клетчатку. А также топинамбур славится богатым объемом антиоксидантов, способствующих защите организма от негативного действия свободных радикалов. Самые известные полезные свойства топинамбура связаны с его способностью понижать уровень сахара в крови. Это происходит из-за наличия в нем инулина, натурального аналога инсулина, который достаточно эффективно расщепляет глюкозу в организме. Это отличное подспорье для тех, кто страдает этими болезнями. Не менее эффективен топинамбур при борьбе с гипертонией. Многие активные вещества, входящие в химический состав топинамбура, в частности, тот же инулин, способствует понижению давления даже тогда, когда оно и так невысоко. Это свойство является одновременно и недостатком, поскольку страдающие от гипотонии при употреблении ощущают усиление симптомов пониженного давления. Клубни топинамбура содержат большое количество легко усвояемых углеводов. Причем настолько легко усвояемых, что этот овощ можно употреблять в сыром виде. Так он сильно напоминает по свойствам и вкусу капусту кольраби. Медиками разработана специальная диета для разгрузки очищения печени при помощи топинамбура. Такие мероприятия, проводимые несколько раз в год, позволяют выводить из организма большое количество токсинов и приводить печень в здоровое состояние. Народная медицина у топинамбура использует не только клубни, но и другие части, стебель и листья. Особенно богаты на лечебные свойства молодые, срезанные еще до цветения растения. В них содержатся вещества, способствующие восстановлению поврежденных клеток и повышению эластичности тканей. Не зря отвары стеблей и листьев топинамбура часто используют для обработки ран и язв, а также для омоложения кожи лица. А на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, и до скорого.